Пані зовут Арзу Кабарухіна із Москви. І я приїхала в связи з тим, що я отрабатываю свої корні. Моя бабушка із Польщі. Арзу приїхала, ponieważ Арзу походить з Москви, з Росії. Приїхала, ponieważ przepracowuje своє корінь, її бабця. А бабушку зовут Долинская Паулина. И дело в том, что я здесь представляю в большей степени науку нумерологии, в связи с тем, что все мы издаем частоты, а частотливость всегда записывается через цифру. Jej babcia, która się nazywa Dolinska Paulina, czyli była Polką, także Arzu przepracowuje pewne jej programy. Arzu głównie przedstawia naukę numerologię, ponieważ, jak tam było czystota? Dzieło w tym, że любая czystota, jeśli ją zapisać, to ona zapisuje się w czysłach. Ponieważ każda częstotliwość, jeżeli ją się zapisuje, to ona się zapisuje w liczbach. И эти, оказывается, цифры на самом деле влияют на нас, да? Потому что взять, например, 1-0-0-0-1-1-0. И те все числа имеют на нас вплив. Например, если возьмем 1-0-0-0-1. Или 1-0, неважно. Важно, что это бинарный код. Этим бинарным кодом пользуются все программисты во всем мире. Важно то, что это есть код бинарный, который и код бинарного уживают все, из него користуют все программисты на целом свете. И я изучала много нумерологических, скажем так, направлений, знаний в нумерологии разных, скажем так, авторов. Но что-то не сходилось. И Арзу училась от... Jakby zdobywała to wiedzę z różnych źródeł, od różnych autorów numerologii, ale jakby coś tam było, coś tam nie... Brakowało czegoś, były pewne dziury, które ona czuła, że muszą zostać być wypełnione. O. A tak jak ja matematyk? Мне надо было все досконально знать, почему то не так работает, не працует, то не так работает, тоже не працует. Почему? С чем это связано? Jako, że Arzu jest matematykiem, ona miała tą potrzebę, czuła tą potrzebę dowiedzieć się, wyjaśnić, dlaczego to jest nie tak, dlaczego tam brakuje pewnego czegoś, także ona czuła gorąco, że musi tą wiedzę uzupełnić jeszcze. I тогда я начала размышлять. Тогда я начала изучать сами цифры по отдельности. И я вдруг поняла, что, например, единица – это есть вообще мужское начало, а ноль – это женское начало, да? Если взять круг, то это наполнение, это чаша, да, она имеет тоже свой круг. И тогда Арзу начала как бы бадать эту информацию, начала примыслять именно еще, и начала как бы бадать цифры. И, например, начала, как там было думать? Единица, например, это например, мужское начало. Единка, то есть первостек мужский, а зеро, то есть первостек женский. И у нас есть буква, литера «Я», допустим, да? И в алфавите российском мы такую литеру «Я». А так как я люблю все сравнивать, рассчитывать. Я уже Арзу люблю все поровнывать и расписывать. Зараз то покажу. Я увидела букву «Ноль». Это... От буквы «Я» и «Единка», только у нее заканчивается здесь. Забачила «Зеро» в литерце «Я» и «Единка» забачила. То и есть «Я», от чего и рождается высшее «Я». И от того се роди высшее «Я». Поэтому высшее «Я», например, не имеет рода мужского альбо женского, так? Właśnie dlatego высшее «Я» не ма пути, не ма... Nie jest ani kobietą, ani mężczyzną. Ona i kobieta, i mężczyzna. Jest właśnie i kobieta, i mężczyzna. I тогда я поняла, что между единкой, мужчиной, и кобетой существуют еще иные цифры. Это 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. I wtedy Arzu zrozumiała, że pomiędzy jedynką a zero istnieją też inne cyfry dokładnie. Czyli 2, 3, 4 i do 9. И тогда я начала разбираться, а что такое единица? И тогда Арзу начала бадать, начала себя в этом поглублять в ту вязь, чем есть единка, например. Например, Господь создал Адама. Например, Бог створил Адама. Адам есть единица. Адам есть единка. Один человек. И один это значит, несет программу индивидуальности, особости, да?
как особое, индивидуальность, то как значит, единая особа. То значит, что несет в себе программ, как бы заложение этой единки, как индивидуальной единостки. И каждая цифра, например, единка, она имеет такое, как качели, минуса характеристики и плюса характеристики. И каждая личба несет в себе характеристики, чили она ма заровно минус в себе, как и плюс, как заровно позитивное, как и негативное значение. Мы же знаем, чтобы было движение, нужно иметь колебательные, скажем так, заряды. Минус заряды и плюс заряды, то есть полярности. Понимаешь, так? Мы чтобы был рух, то треба иметь минус заровно, как и плюс, чтобы было вообще те частотливости. Это физика, обычная физика, да? Это звыкла физика. Это есть такая наука. И в минусе единица – это проявление, например, эго. В минусе, единка в минусе, то есть, например, показание нашего эго. Эго, не хочет, или там корона на голове. Пыль таком... того, что человек чего-то не хочет, чего-то не акцептует. И все ему должны, например. И все ему винны, все горши. А, например, в плюсе он может проявить волю, например, не быть залежным от чего-либо. А, например, единка в плюсе... To znaczy, że człowiek może być niezależnym od czegoś, to że, człowiek może, tak? Że człowiek może pokazać się, wykazać się wolą, wykazać się mocą, siłą ducha, jak to się mówi. I na przykład nie chcę jeść po 6. Na przykład nie chcę jeść po godzinie 6 wieczoru. Jeśli on nie jest po 6, jeżeli to nie je po 6, to co robi? On sobie daje oddechnąć i włączyć wewnętrznego doktora, który wszystko poleczy tam, tak? To daje sobie odpocząć i włączyć takiego wewnętrznego doktora, który wszystko tam wyleczy na... натуральном поземе. И тогда получается, это на него действует как положительно. И тогда выходит на то, что то, что заложение делает, а единка в плюсе делает на него как позитивнее. Потому что в минусе он обижается на мир, что все не так к нему и отдает энергию, теряет энергию. Потому что единка в минусе, то есть человек себя обража, человек тратит, выдает свою энергию, и то его... To jest, to działa w negatywny sposób. Opustoszaje robi taką pustkę. Energetycznie on traci energię. A tu on получается, что оздоравливается, да? A na jedynce w minusie wychodzi plusie, na to, że on, przepraszam, w plusie. On оздоравливается. Na to, że on się ocala. Потому что он не поел, энергия высвободилась, полечила его, и он стал более успешным. Ponieważ nie zjadł, tak jak sobie założył, to w głowie nie jadł. Polecił się i wtedy jakby wypełnił się tą dobrą energią. Bo zrobił tak, jak sobie założył. I tak ja zaczęła rozbierać każdą cyfrę. I tak aż zaczęła badać i... No i jeszcze jeden przykład. Badać w każdej, badać każdą liczbę. O, jeszcze jeden przykład. Na przykład jeszcze jeden. Adam to Adam. Adam jedynka. I plus jeszcze Ewa pojawiła się, tak? Adam no, to stało mu skuszno, Adam on jedynka. Один. И мы сейчас надела и появилась Сиева, как еще колейна единостка. И получилось их двое на земле. И стало еще две этой особы на земле. И вот представьте на минуточку, что такой Ева такая говорит: "Боже, как спасибо, что у меня есть такой хороший Адам. Сделай так, чтобы больше никаких Ев у него не было". И прошу вообразить на хвиле, же Ewa, będąc tak szczęśliwą i tak wdzięczną Bogu za to, że się pojawił Adam, prosił Boga, żeby się żadna Ewa na ziemi nie pojawiła więcej, żeby Adam nie miał na kogo spojrzeć. Tak. А Адам такой после хорошей ночи говорит: "О, Боже, спасибо. Такая классная Ева. Там нельзя пару-тройку еще Ев". И Адам, на przykład, по певной доброй ночи с Евой мówi до Бога: "О, дякую тебе, Боже, за ту файну Еву. О, цікаве, чи можна би було ще пару таких Ев на тій землі?" И тогда Бог сказал сначала: "Хорошо, цурочка моя, я больше не зложу никого, не сотворю". И тогда Бог сказал сначала до Евы, что на початку до Евы, что "Добре, цурочка, не створи уже жодної іншої Еви". А теперь говорит Адам, и он не может не исполнить его волю. А зараз мови Адам, так же Бог не може не виповнє не зробити з того, о що його син просить. Любимий. Коханий да? Син просить його. И он начинает вахкаться. И Бог начинает себя вахать помежду двух. Что же сделать между двумя? И тому надо угодить, и этому. Понимаешь, поэтому двойка – это принять решение.
Dlatego dwójka na przykład znaczy, że trzeba podjąć jakąś pewną decyzję. To jest energia. Jakąś stawkę. I поэтому, если ты пойдешь в плюс и будешь, даже если ты принял решение, и оно может быть ошибочное, но ты как опыт это примешь, что это плюс, и ты наберешь энергию, поэтому двойка еще и энергия. Также двойка тоже значит энергия, понимаешь, если человек подаймет певную децизию, и даже если эта децизия не была латва, и как там было в плюс, пойдет? То тогда он, когда это опыт, по-любому он воспринимает это как опыт. То будет служить как досвящение для него. И радуется, что он прошел этот опыт. И человек будет себя тешить, что попросту ма то досвящение. А если он в минус, долго думал, решил, а тут ошибка, он подумал, ой, боже, что же делать, что я натворил, то есть он мертвится, да? То Ежели... есть... Он ропчет по-русски. Если будет себя мертвить с тем, какую децизию подъял, почему в таком керунку пошел. То есть он долго ждумал, потому что... Понимаешь, дуже, не надо было дуже, думать, за надо было идти, не важно. Было подъял ту децизию и исть просто. Понятно, да? То есть вот в таком... И вот так я начала разбирать все. А Бог знаете, как разрешил всю эту ситуацию? И так аж начала бадать все эти личбы. И вы пан, как Бог... Развязал эту ситуацию. Не знаете? Через 9 месяцев у них родилась цурка. По 9 месяцах плюс 1 и получилось 3. Плюс 1 и вышло 3. Вышла тройка. А тройка сам Адам не знает, как ненормальный бежит, мамонта-то забивает, чтобы ей игрушечки сделать из его там, я не знаю, скажем, бивнев, допустим, да? И тройка, то есть так же... Адам, ну как, ну дальше. То есть он бежит от любви. Он не понимает, что он любит, поэтому тройка это любовь. Тройка, это дать значит, и ничего не произойдет взамен. Понимаешь, Адам начал бегать как шалёный, понимаешь, через милость, маяц ту милость в своем сердце до своей цурки, начал робить для ней всякие, даже невозможные вещи, о которых вчера не самая мама, так, она не понимает. Тройка значит милость. Она не понимая, все ограждает ее от всего и дарит ей любовь. Так само мама Ева, то no, po prostu stara się chronić swoje dziecko, swoją córkę, dziecko przed wszelkimi możliwymi zagrożeniami. I kiedy w minusie, знаете, trójka? Trójka срабатывает w minusie тогда, когда человек что-то сделал для кого-то с любовью и ждет обратно. А почему мне они делают? Это будет минус. И, на przykład, тройка в минусе, в этом негативном значении, появится тогда, если человек поступит, сделает что-то из милости и позже ожидает чего-то взамен. И тогда тройка działa на негативном уровне. А тройка в плюсе всегда. Ты любишь, если ты что-то делаешь даже сам, да, то ничего не надо просить взамен. Сделал. И это называется любовью, тогда это плюс. Але тройка в плюсе, natomiast значит то, что человек поступает с правдивой милостью, не ожидая ничего взамен за это, не ожидая жадного подзинкования. То есть и так все, я рассмотрела сначала в единичном порядке эти цифры. Так, Арзу прибадала каждую цифру поединчо. А потом я уже нашла способ, которого нет ни в интернете, нигде. Это мой личный способ, который я 23 года прорабатывала. По чем по 23 летах бадань этих всех разных способов, разных метод, Арзу выназва, опрацевала свой własный способ. Который очень легко выводит на кармический код и жизненный код. Метода, которая очень легко может кармичный код показать... обличить, помочь обличить код кармичный и код жизненного человека. Ну вот это мой кармический код. То есть, например, код кармичный Арзу. И каждая личба здесь что-то значит. Каждая личба в коде кармичным ма певне значение. Первое – это всегда показатель, что в первую очередь я буду отрабатывать. Эго. Первое – то есть… Корону. То есть, значение такое, что будет coś отвесливать. Чили в данном случае эго. Единица, потому что значит мне нужно проявлять волю, чтобы я не ушла в негатив. Чтобы, не отойти от таких негативных эмоций и негативных вещей, Арзу мусит выказывать себя сильной волей. А вот двойные цифры всегда показатель того, что в моей жизни уже в прошлых воплощениях я много чего работала. Личбы подвойные значат, например, 66, значат то, что в прошлых жизнях уже дуже Арзу прошла, так? Да, отпрацевала. Отпрацевала. И поэтому мне даны какие-то дары,
specyficzne dary, скажем так. Dlatego w tym, że jest obdarowana czymś specyficznym, czymś niezwykłym? Można сказать, ja tak говорю w kawyczkach magiczne dary, da? Takie w nawiasie niezwykłe, magiczne dary. O, magiczne. No niezwykłe jest, скажем так. Ona rzecz niezwykła, jak говорится, wystawka, da? Niezwykłych... Jako, że jesteśmy na Festiwalu Zdrowia i Niezwykłości, no, tak, поэтому... dary niezwykłe. No ja z точки зрения все-таки nauki i matematyki idę, żeby даже ребенок mógł себя посчитать i naprawić. Co to даст? To naprawić. Arzu jednak podchodzi do tego z punktu widzenia matematycznego i naukowego, żeby nawet dziecko mogło obliczyć, żeby nawet starsze, wiadomo, dziecko mogło jednak obliczyć i zrozumieć dla siebie, w którą drogę, jakby którą dróżkę sobie wybrać. Jako na przykład, jaki zawód wybrać. Z kim, na kogo lepiej żenić się, żeby potem nie rozwodzić się, tak? Jak najlepiej wybrać drugą połówkę, żeby później nie było rozwodu. Tak, a jeśli już tak się wlubili, da, to jak надо себя z tym człowiekiem вести, żeby улучшить отношения, а не ухудшить, да, как обычно бывает. Если, например, уже человек закохал, уже есть певный связь, певная релация, то как эту релацию утримать, как в ней себя поведать, как поступать аккурат с этим человеком, чтобы эта релация подошлась хорошо. А самое главное, очень хорошо помогает нумерология в работе, особенно если надо набрать команду, чтобы она была рентабельна и чтобы она давала доход, это можно все посчитать. И можно скомпоновать хорошую команду для рентабельного и успешного бизнеса. И наиважнейшая нумерология есть очень полезна в работе, чтобы подобрать добрых работников, выбрать osób, с которыми będzie dobrze się pracowało, jak zrobić rentowny, założyć rentowną ekipę, jakby, czyli taką, która będzie przynosić pewien zysk для працедавцы. Вот у меня есть на польском языке уже книга. Это не просто книга. Арзума, książkę przetłumaczoną już teraz na język polski. To nie jest po prostu это książka. Учебник. Lecz podręcznik. То есть по нему можно полностью знать мою методику. То есть я пришла эту методику дать, чтобы каждый мог знать, куда идти, что делать. Przeczytawszy ten podręcznik, każdy będzie mógł zrozumieć metodę Arzu, ponieważ ona przyszła na ten świat, żeby dać, pokazać tą metodę, nauczyć ludzi. My każdy przyszli что-то dać, понимаете? My każdy przyszli что-то nauczyć, потому что Земля jest taki uczebny poligon. Każdy przyszedł na tą Ziemię, żeby uczyć innych, żeby dać coś innym, ponieważ Ziemia to jest takie miejsce, gdzie się uczymy. Неважно, даже в семье, допустим, в семье даже мы как друг другу всегда передаем опыт и взращиваем. На przykład в родине zawsze przekazujemy sobie nawzajem pewne doświadczenie i pomagamy sobie nawzajem dążyć do wyższych rzeczy, rosnąć. Поэтому я в России несколько раз была в мэрии и пыталась провести программу, чтобы в детских, ну то есть в школах, допустим, в больших, ну как это, взрослых классах, можно было хотя бы узнать и познакомиться с нумерологией. Ибо я на себе проверила, я из большой семьи, у меня семья семеро братьев и сестер. I u każdego już jest dzieci. Dlatego Arzu też walczyła o to, by w szkołach jakby dla starszych uczniów wprowadzić te rzeczy, których ona uczy w tej książce, wprowadzić normalnie do systemu nauczania, ponieważ ona to sprawdziła na sobie w jej rodzina, która składa się z 7 dzieci. Także ona miała dużo szans. U mnie duży opot. U mnie dużo... duży opot i to, co sprawdzone na mnie, tylko potem ja to wszystko wypuszczam w życie. Arzu ma większe, jakby wielkie doświadczenie, ogromne doświadczenie w tym, także wszystko, tylko wyłącznie to, co sprawdziła na sobie, może puścić w świat, może dać ludziom. I udało się wprowadzić do szkół? Do szkół? Jak? No ona że ezoteryka считается się numerologię. Niestety w Rosji mnie, нельзя, liczy się to, numerologia jest uważana za rodzaj ezoteryki, chociaż to nie jest do końca tak, nie jest tak. Także niestety... Но я преподаю в Российской академии психологии именно нумерологию. Хотя бы так я вошла
w preparowanie. Ale za to, aż weszła do wykładania, do uczenia innych poprzez jakby inny sposób, ona prowadzi lekcje, wykłady. Gdzie w szkole? To jest rosyjska szkoła, rosyjska akademia psychologii. W Rosji, w Akademii Psychologii. To w Moskwie. В Москве. И сейчас я пока здесь ищу пути для того, чтобы это в мире пошло, потому что это на самом деле поможет людям. И на хвилю обецно, бендонс тутай, арзу пошукує способи, як впровадзіць такі речі в свят, як показаць це людям, понівеш, такі речі са бардзо придатне. Хочу вам сказать, вот у меня буквально в Познании был такой пример в Познании. И, например, Арзу хотела сказать, что на прикладе Познания имела такую ситуацию. У девочки миратура или как там? Матура. Матура, то есть экзамены главные у вас, да, где надо выбрать путь. И девочка из семьи, где они занимаются помидорами, фермерством, и папа хочет ее фермерство отдать. Например, miała dziewczynę, która będąc po maturze, czy tam przed maturą, będąc właśnie w tym okresie, miała wybrać właściwą dla siebie ścieżkę, swoją drogę i nie wiedziała, co, jak ma postępować, ponieważ jej rodzina cała się zajmowała rolnictwem. И они хотели вас ее направить тоже в том кирунке. Мне говорят, ну типа она же вот в математике не сильна, в том не сильна. Wiesz, на przykład mówili до Арзу, że она не есть, ей мощной стороной, сильной стороной не есть математика. А я сижу, спрашиваю девочку, а ты сама хочешь заниматься землей? I Arzu do niej, właśnie do tej dziewczyny osobiście ją zapytała, czy ty chcesz zajmować się tym, czym twoja rodzina się zajmuje, ziemią? A ja smatrę, u nich laski mokre aż stali. I ona tak patrzy na nią i że po prostu zrobiły się, te łzy stały jej w oczach, bo nie chciała się zajmować tym. A dziewczynki chce mówić i u niej прям dusza pojot, chce coś wieszać. I ona... Ona tak naprawdę miała chęć, miała ogromne dążenie do tego, żeby mówić. To było widać po cyfrach, po liczbach, po wszystkich obliczeniach, że ona była uzdolniona do tego, żeby mówić. Mówić do ludzi. I ja mówię, ona u was jak minimum dietolog albo psycholog, no nikak nie fermer. Także Arzu powiedziała jej, mówiła do jej rodziców tak, że wasza córka jest... przynajmniej stworzona, by być dietologiem albo ilkiem? Ili psychologiem. Albo psychologiem, żeby właśnie przemawiać do ludzi. Oni говорят, o, ona to nie potianie, to ona u nas słabe. Tak oni mi сказали. I rodzice powiedzieli Arzu, że ona nie da rady, ona jest za słaba na to, żeby dać sobie z tym rady. No. A ja сказала, jeśli to jej путь, у нее все как по маслу пойдет. Она обязательно поднимет, то есть она получит, например, в экзамене билет или как там называется, то, что ее пропустит в этот, если это ее место. И Арзу на то отповедала, что если то есть ей место, если то есть ей дорога, то она на певно достанет шансы, чтобы идти właśnie то właściwą ей дорогу. Они попробовали. Она очень легко сдала вот эту матуру, вашу вот эту, которая, да? И она bardzo łatwo сдала матуру. Это было 2 года назад. Она прекрасно учится, ей очень интересно, родители радуются. А до этого у нее еще были, кстати, депрессии, потому что она, видимо, боялась идти в землю. Это было 2 года тому, и сейчас по 2 годах Арзу знает, как выглядит их ситуация. Она идет в том кирунку, который выбрала, она вчерашней тоже имела депрессию, балась и просто, говорить с родителями и идти в том кирунку, который не чувствовала себя хорошо. И сейчас все уложило. Так ее мама купила книгу, прочитала, и потом, когда папа начинает там что-то их не ругать, она говорит, а вот ты не отрабатываешь это, потому что надо вот так. И у них нет споров и покой. И мама купила książkę и прочитала ту książkę, и сейчас зникнули кутни в родине, и есть спокой, потому что за каждым разом, как кто-то начинает себя нервовать, вкужать, то та мама, которая прочитала książkę, уже знает, jak trzeba reagować na tę sytuację, jak trzeba odpowiadać, jakie programy trzeba przepracowywać, tak? Mi było bardzo przyjemne, kiedy ona przyjechała ko mnie na... ja prowadzę jeszcze drugie treningi, da? U mnie jest istoki roda, my prowadzimy, my wyjazdne seminary prowadzimy. I ona przyjechała, ona благодарила.
и показала свою книжку, у ней поставлены здесь штучки, подчеркнутые. Аж было bardzo, bardzo, и мне было bardzo очень мило, приятно, bardzo przyjemnie, что я jak, хоть кому-то помогаю. Когда эта кобета приехала и показала ей, показала ту свою książkę, что имела всюду эти нотатки в своей книжке, потому что так себя заинтересовала, и Арзу себя bardzo dobrze z tym czuje, bardzo się cieszy tym, że ona jest w stanie pomóc komuś, pomagać ludziom. To jest jej... Po чуть-чуть, nie, jeśli od mnie jest какой-то толк, to ja szczęśliwa i ja благодарна Богу. Nawet troszeczkę, jeżeli ona jest w stanie komuś służyć w dobry sposób, ona jest szczęśliwa. Вот, в принципе, приглашаю. У нас, кстати, в Варшаве будет 23-го, 24-го и 25-го 2,5 дня основы нумерологии. Пожалуйста, приглашаю каждого. Также запрашиваем горонцу каждого, например, сейчас наиближе в Варшаве 23-го, 4-го и 25-го листопада. Мы будем иметь 2,5 дня. 2,5 дня мы будем иметь курс, так, с выкладом. И, кстати, рзеч... 23-го в пятницу это бесплатный. Вот все приходят. И 23 листопада в пятницу то есть выклад открытый. Каждый может прийти, и это все вещи, которых каждый может себя научить. Он же должен прийти послушать, о чем я говорю, Также, да? Человек имеет право на то, чтобы прийти и забачить, и послушать, и зрозуметь для себя, если, о чем Арзу говорит. И если это да, нормально, то он может остаться и учиться. И если для него jemu pasuje, to ta wiedza, jeżeli ta wie, on jest gotów przyjąć tą wiedzę, to on może zawsze zostać i kontynuować. No potem trzeba, wdruk ja bzdury jakieś gawaju, da? Nada ж проверить сначала. Zawsze, tak jak mówię, zawsze trzeba sprawdzić, zawsze każdy ma na to prawo. Поэтому я часто провожу бесплатные выклады, чтобы человек хотя бы хоть как-то познакомился. И здесь я, в Лодзе, именно на выставке, для того, чтобы познакомились они, кто я, что я и с чем меня едят, как я говорю. Dlatego Арзу często właśnie przeprowadza takie nieodpłatne wykłady, prezentacje po to, żeby ludzie mogli poznać ją, poznać to, czym ona się zajmuje, w jaki sposób ona jest w stanie pomóc, jak w ogóle wygląda ta pomoc. I właśnie dlatego przyjechaliśmy teraz do Łodzi, żeby ludzie mogli podchodzić i mogli zapoznawać się, zadawać pytania w otwarty sposób. То есть я готова к любым сотрудничам и помочь, и научить. Также Арзу есть отварта на каждую сотрудничество. Поэтому и на каждое... у меня нумерология GPS до success. На то, чтобы учить людей и потому что все в наших помогать. Руках и все в нашей голове. Для того, что книжка называется GPS до success, потому что все в наших руках. В нашей голове. В нашей голове и в наших руках. И все зависит только от нас. Хотим мы жить счастливо или не хотим. И всё зависит только и выключительно от нас, чи мы хотим жить счастливо, чи не jesteśmy на то готовы. То teraz nie byłbym sobą, gdybym nie zapytał. GPS, który większość kierowców posiada w samochodzie, czasami wprowadza w błąd. Czy zdarza się, że przy tej metodzie ktoś nie do końca właściwie się poinformuje i podejmie nie takie decyzje, jakie by mógł? Czyli czy są jakieś możliwe помылки, пользуясь этой методой. GPS машина. Я понимаю, я все понимаю, понимаю, о чем вы говорите. Посмотрите, GPS не ошибается. Господь иногда нас ведет специально другим путем, чтобы он что-то увидел, и это не есть ошибка. GPS еще не мыли, только часами Бог спроводит нас на такую дорогу, чтобы мы чего-то себе научили. Бо мы все, потому что все в руках Божьих, да, Понимаешь, все равно. В руках Он нас как Бога. Бы специально, может, этот GPS специально по ошибку выдал, чтобы он в аварию не попал. Быть может, этот GPS właśnie dokładnie właśnie dlatego показал такую, а не иную дорогу, чтобы человек уникнул випадку. И я хочу вам сказать, что даже у меня здесь уже в Польше много учеников. Я хочу сказать, что уже даже в Польше ма дуже учнів. И которые по-разному ее берут. В зависимости от бит в голове и раскрытости. Которые открывают эту книжку и которые себе эту знание акцептуют в иной способ, mając różne przeżycia i mając różne wałki w głowie. Ja вот вам больше скажу, что не каждый читает Библию. Хотя Арзу też powie więcej, że nie każdy człowiek czyta Biblię. А я читала Библию, Коран читала и по несколько раз и находила очень много мест, где это все не запрещено.
Arzu przeczytała Biblię, Koran, tak, i znajdziła wiele miejsc, gdzie to nie jest... Tam nie zapreta. Nie ma tam żadnych... Запрет, заказа. Заказу. О. Так, я уже знаю по-польски. А самое важное, что даже в Ветхом Завете, в Библии, в Ветхом Завете... Не знаю, что такое Ветхий Завет. Старый Завет. Наиважнейшее, например, то, что в Библии, в Старом... Завете. Так, в Старом Тестаменте. Там написано про хиромантию, бо я хиромант тоже. Понимаешь, я хиролог. Арзу есть хирургом в Венгрии. Так, так, потом посмотрю, окей. Okay. И там написано: я положил печать на руки твои, дабы ты знал дела свои. Там есть написано: положил печатку на руки твои, чтобы видел, чтобы знал дела. Чины твои. Потому что все в это даже на руке. У вас отражается то, что вы думаете, того, чего вы боитесь. Все это ваш путь, как говорится, регулирует, понимаете? Ponieważ создает вашу wszystko, жизнь, co, ваша голова. Wszystko, co, co przeżywamy, wszystko się odkłada jak на наших руках, то есть как люстра певне, и wszystko się dzieje w naszej głowie. Все, что здесь, wszystko, здесь печать. Wszystko, co się dzieje w naszej głowie, jest jak pieczątka na naszych rękach. Но на этой руке то, что нам Господь дает дары и таланты, все остальное, а на этом то, что мы уже наработали. Поэтому я всегда смотрю две руки. Например, на одной, на левой руке, есть то все, что было заложено Богом в нас, а на правой то, что мы узбирали подчас жизни. Потому что все линии – это проекция нашего мозга. Потому что все линии – это проекция нашего мозга. А от того, то, что мы думаем, то создает наше будущее. И вариации. Через то, что мы думаем, створяется наша будущность. Причем и много różne, вариантов. Так, и разные вариации нашей будущности. Różne, это можно увидеть тоже на руке. Różne możliwe scenaria naszej przyszłości. I to wszystko można zobaczyć na ręce. Tak? Poprzez patrzenie na rękę. Так что, когда начинают скептики говорить, я говорю, ребята, я тоже была бизнес-вумен-скептик, пока не столкнулась с некоторыми моментами моей жизни. Także, gdy sceptycy zaczynają mówić, to Arzu też odpowiada, że ona w pewnym czasie, w pewnym okresie swojego życia też była taką i też nie wierzyła i też в певном моменте пришла до той дороги, właściwie на которой есть сейчас. Я думала, что нет, я же там бизнес-вумен, буду бизнесом заниматься и типа петь в церкви, и это мне зачтется, что я должна помогать людям. Она мечтала, что будет работать в бизнесе, будет такой бизнес-вумен, и только то, что будет, например, спевать в хуже, бо спевала в хуже, заличится ей как праца, служение Богу. Praca duchowna, duchowa. No Bogu od mnie nie to nada było. Ale wyszło tak, że to nie było to, czego Bóg od niej potrzebował. Ja 8 lat prapiela w cerkwi. 8 lat ona odśpiewała w chórze. W cerkownym chorze, nie prosta, da? W malitwy. W chórze, w cerkownym, w kościele. W kościele, da? W kościelnym. I все равно у меня случилась такая ситуация, которая привела меня все же в науку парапсихологию, можно вот так сказать. Психология, а потом парапсихология. И так сталося, выдержалась такая ситуация в ее жизни, что Арзу вышла на ту дорогу учения себя о психологии и позже парапсихологии. Потому что в жизни случились такие чудеса. Понимаешь, такие... Случилось такие, бы с другим, я бы не поверила. Понимаешь, такие niezwykłe rzeczy by się wydarzyły w jej życiu, których ona nie mogła wytłumaczyć, że gdyby się to przydarzyło komuś innemu, ona by w to nie uwierzyła. To tak. A jakim cudem możesz się podzielić z nami? Jaki był taki najbardziej istotny wpływ w twoim życiu, że nazywasz to cudem? Jakie było samo większe wpływanie w waszej życiu, że wy nazywacie cudem? С моей мамой это случилось в церкви. Маму в костеле. Дело в том, что я подготовила маму на причастие. Арзу приготовила маме до... Причастие, как вот? Ну, кровь и вино Господне. Кровь и вино, как себе пьет? Я прошу, вино... Тело Господне, так. Я приготовила ее, чтобы она...
мы с ней молитвы читали и все такое. Читала с мамой молитвы. И мама тогда... очень много болела очень. И Арзу мама часто и дуже и тяжело ей было. И она была астма, так. Астма таким была, так. И мы пошли в церковь. Я сказала, мам, я попросилась у батюшки, можно я буду с мамкой, не буду там петь, а буду рядом здесь mm-hmm. петь. Арзу попросила, чтобы стать с мамой, не спевать тем разом, только стать с мамой. Mm-hmm. И я сзади встала и сказала, Господи, помоги, пожалуйста, ну пусть она исцелится, просто сказала. И Арзу стала там с тылу в костеле и просила, просто молилась до Бога о то, чтобы помог ей маме оцалить. У меня цурка была маленькая, она здесь находится сейчас. Она сейчас большая, она помнит это. Цурка, которая на тен, в том часе дочка. Была малой девчонкой, цурка Арзу, которая в том часе была еще мала, здесь уже дуже, и до дзис памята то, что тогда выдажило. Моя мама начала сначала рычать. Арзу мама вперв зачала. Потом ее начала рычать. Качать. Потом а потом пена изо рта. Потом зачала се по просту несамовите выкрянцать, же так повем. Ее хотели даже вытащить из церкви. Я сказала, нет, не выпущу из церкви. Później зачала пена с уст по просту выходить. И люди говорили, чтобы ее выпустить из костела, а Арзу не позволила. Дергала. Зачала ее часть по просту. И я впервые увидела экзорцизм. И по первой Арзу увидела, чем есть экзорцизм. Это было страшно. И это была моя мама. Это было страшное видовиско, ты я плакала, что это была мама. Но я плакала не от страха, а благодарности. Плакала и говорила, спасибо, Боже, спасибо. Арзу плакала не через страх, а через вдячность. Она и примолила не... до Бога слова вдячности. Же увольнил ей мамы. Батюшка читал, аж трясся. И ксёнц, настолько она кричала ксёнц, сильно. Читал, и его тоже часто, через то, что попросту так сильно было. А я встала тот... сзади и молилась, и молилась, и молилась. И Арзу встала с тылу, еще молила. Потом она в один миг упала. Как, и в певным раптом ей мама попросту... Как мешок такой, о, и все. И мама спадла без сил. Раньше она ходила в церковь, но ничего такого не происходило. Вчесней, перед тем, ее мама тоже ходила до костела, и нигде не было чего-то такого. Но когда я попросила от души, от вот, чтобы мама вылечилась, чтобы у нее прошло все это. Но в моменте, когда Арзу от себя душевне попросила Бога о то, чтобы оцалил ей маму, она с того дня больше не... пшикает, ничего. От тамтего дня и мама уж не ужива жадных спреев до гадла, уж не есть астматики. С того момента она Właśnie больше тамтего, не мучится этим. От тамтего момента не терпи. То есть для меня это чудо. И для Арзу, вообще то и есть... И то, что я видела, было страшное чудо, но чудо. То, что забачила, было страшным чудом, але чудом. Ну, вот так было. Также так, вообще. Чи стосуянс Twoje rady zawarte w tej pozycji, w tej książce, czy można będzie oczekiwać w życiu na tyle zwrotnych sytuacji korzystnych, które później z perspektywy czasu nazwę to cudem? Można li przeczytać waszą книгу ожидать от жизни таких ситуаций, которые спустя время можно будет назвать чудом? Дело в том, что осознание многих вещей и есть чудо. Rzecz polega na tym, że uświadomienie sobie pewnych rzeczy właśnie i jest cudem. Потому что когда мы осознаем ту, и это же все программы, когда мы осознаем ту или иную программу, то есть мы ее, значит, видим, то есть это как мыльный пузырь программа, да? Когда мы видим ее, он пух, лопается, и программы больше нет. Ponieważ gdy uświadomimy sobie pewne rzeczy, pewne programy, to jest tak, jak widzimy tę programę, tak? Ten program, przepraszam. I wtedy to, co widzimy, to, z czego zdajemy sobie sprawę, to pęka. Jak mylny puzyr. Pęka jak bąbelek po prostu. Понимаете? И тогда эта программа перестает существовать и перестает влиять на человека. И тогда этот программ уже перестает
działać, tak przestaje mieć taki wpływ na człowieka. W większej stopniu, jak pracuje ta książka, da? Mnogie ludzie, oni że wszystko boją się. W większym stopniu, jak działa książka. Прям вот сильно боятся. Dużo ludzi mają pewne lęki, очень страхи. Много страхов. Bardzo dużo mają lęków. I поэтому боятся то туда начать что-то, то. Боятся zacząć coś nowego, боятся się iść w tamtym kierunku, боятся się zrobić podjąć decyzję. A страх съедает энергию, понимаете? A strach? Strach działa na takiej zasadzie, strachy i lęki działają tak, że po prostu zjadają, piją naszą energię. I kiedy człowiek czyta, on zrozumie mnogie rzeczy. On rozumie, że co bać się to? I w momencie, gdy człowiek czyta, w trakcie tego to czytania, главное, człowiek uświadamia sobie, między innymi uświadamia sobie inne, właśnie to, że nie ma się czego bać. Tak i on wtedy idzie w przód i zaczyna drzwi otwierać. Uświadamia sobie wiele rzeczy, dlaczego tak, a nie inaczej się dzieje. I wtedy wie, jak się poruszać do przodu i wie, że drzwi są otwarte. To trzeba i każdy, iść. Даже każdy год вы можете посчитать свой и посмотреть, можно ли вот здесь бизнес открывать или нельзя, там можно все это рассчитать. На przykład też używając książki można nauczyć się obliczać każdy rok swojego życia, nauczyć się obliczać każdy miesiąc, każdy nawet dzień. Każdy miesiąc i dzień i nauczyć się obliczać, czy w pewnym okresie, w pewnym momencie jest lepszy czy gorszy okres podjęcia pewnej decyzji, na przykład od założenia biznesu, czy podjęcia pewnej ważnej decyzji. Wszystko to można obliczyć poprzez dzięki książce. И тогда жизнь меняется, и ты спокойней. И вот этих нет уже, понимаете? Разве это уже не чудо? И тогда жизнь się zmienia na lepsze. Człowiek się staje spokojniejszy, pewniejszy przyszłości. I on gromadzi energię тогда, понимаете? Uczy się skupiać w sobie dobrą energię i to raczej jest cudem. I потому что он становится более реализованным. Ponieważ człowiek się potrafi realizować już i się zmienia. К чему мы идем на самом деле все человечество. До того, właśnie ludzkość dąży, потому что мы должны lepiej, избавиться от страхов. И pozbyć się od strachów, od lęków, до tego cały czas. И познать, что такое хорошо, а что такое плохо. И до того, by zrozumieć, czym jest zło, a czym jest dobro. Понимаете? То есть дело в том, что здесь прописаны многие моменты, помимо даже перед тем, как считать, я прописала еще моменты, что есть программа, то есть есть закон. Дал равно взял, так же как взял też равно дал. В książce są описаны pewne моменты, pewne założenia inicjalne, że tak powiem, na przykład zasada dałeś, wziąłeś. Równo взялось, tak. I to jest i na наоборот. Tym samym poziomie, czyli trzeba, jak? Надо давать. Просто вы должны понимать, что существует равновага, как говорится, да? То есть скачели. Так, равно, если быть вы даете, то вы вот здесь остаетесь. Если человек отдает, то он в певном отвратный, отдает, в певном моменте застает тут. А если он берет, если забирает, он все равно опять забирает, то будет. Снова есть на доле. Он упадет, потому Czyli что спада. Перекос существует, перекос ponieważ, энергии. Ponieważ есть дисбаланс энергии. А этого нельзя делать. И этого делать не можно. Czyli... И я здесь так это прописала, что каждый уже будет думать, а надо так делать или не надо. Czyli trzeba robić to na tym samym poziomie. Właśnie w książce Ars opisuje to tak, żeby każdy się zastanawiał, czy trzeba tak robić, czy trzeba brać. Потому что эти программы, czy trzeba robić... они передаются нашему роду ponieważ... в будущем. То есть детям, внукам, правнукам. Ponieważ wszystkie te Зачем? Programy, które nie przerabiamy, wszystkie programy w zasadzie przekazują się, przekładają się na nasze, na kolejne pokolenia, na naszych dzieci, wnuków i to chyba nie jest nam potrzebne. Самое главное в этой книге учу и показываю, какие программы как можно выровнять и как вообще можно выровнять так, чтобы наше поколение дальше не страдало, оно наоборот улучшалось. И właśnie jeszcze ważna rzecz, jedna z najważniejszych, Ars uczy w książce, jak wyrównać programy, jak przepracować je, żeby te rzeczy, nasze błędy, nasze decyzje nie przekładały się na da. Kolejne pokolenia. Ja даже не учу. Просто когда человек это изучает, он сам это знает. Арзу mówi, że nawet nie uczy, po prostu człowiek przeczytawszy, czytając, on sobie sam uświadamia. Czyli ona po prostu pokazuje, jak sobie z tym poradzić, jak nauczyć się.
Потому что там описано и плюс, и минус. А ты уже выбирай. Ponieważ Arzu opisuje, przedstawia что дает минусы, что дает плюс. И минусы. Przedstawia, co dają plusy, co dają minusy. Człowiek jest wolny wybierać. Minusy, да? Вибрации, минуса, плюса. Как влияют на нашу жизнь. А ты уже выбираешь. Як, поэтому все в его руках, все в его голове. Человек, повторюсь 10 раз. Człowiek jest w stanie wybierać. Czyli wolna wola zostaje zachowana. Każdy, zapoznając się z waszą, z twoją metodą, będzie wiedział lepiej, co wybrać dla siebie. To jest zostające swobodne, swoboda wybora. Każdy, przeczyta w knigu, będzie sam znać, co jemu lepsze. Потому что Господь нам дал эту величайшую, скажем так, привилегию для человечества – свобода выбора. Так zawsze, ponieważ Bóg dał ludziom, każdemu z nas ogromne prywilegium wybierać. И я этот закон не нарушу никогда. Поэтому программировать нельзя. Вот многие книжки, которые читала по нумерологии, да, там идет программирование. Вот ты такой, значит, ты чуть ли не умрешь. И Арзу нигде не пойдет przeciwko tej zasadzie, Bożej zasadzie, ponieważ na przykład w wielu książkach, w wielu metodach, które ona poznała, było coś takiego, że programowanie ludzi, czyli założenie tych programów jest taki i taki i tak musisz zrobić. Da, i wszystko, typa napisane i wszystko. I czyli tak jak jest napisane, nie masz innego wyjścia. Ко мне пришла женщина, плачет, и говорит, вот у меня линия, у меня тоже линия здесь заканчивалась. Пришла певна кубета и показывала себе вот, видите, она потом здесь линия обрывалась. На ренце, это я уже сделала коррекцию. Линия еще кончила в певном моменте. И ей сказали, что она умрет в 33 года. Стало ей поведено, что она умрет, как будет иметь 33 года. Я ей показала, что здесь даже есть чуть-чуть разрывчик, видно, что я уже откорректировала. Arzu pokazała natomiast jej swoją rękę, pokazała, że jest pewna na linii jest pewna jakby dziura, znaczy, że Arzu już zrobiła korekcję, ale korekcję na jakim poziomie, na jaką urodę? No, to ja делаю уже na swoich seansach. Aha, Arzu to już robi na swoich seansach. И я ей объяснила, что в 33 года у меня тоже я могла бы умереть, но вы не умрете. Лишь только по одной причине, что вы уже пришли меняться. То есть человек может свое будущее изменить, и это по праву дано ему Богом от рождения, понимаете? Арзу вытумачила этой кобице, что... Она уже не умрет, это однозначно. Что она, напевно, не умрет, ponieważ она już tu jest, już tam była, już przyszła, żeby się uczyć, żeby się dowiedzieć. И человек и завше ма вплив на свою жизнь, на свою судьбу, на свой лос. На свою жизнь, на свое житие и на свой лос. Так же она пришла, она выбрала. Она выбирает. И нельзя слушать чью-то программу. Человек что-то увидел и программу вам повесил. Ну, не, вы можно, что? не можно акцептовать, не можно принимать этих заложений иных людей, программов иных людей. Угу. Мы сами выбирать. Мы все знаем, что мы на друг друга влияем. Можно сказать, если будет говорить 100 раз дура, 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 человек дураком станет, понимаете? Dobrze wiemy, że przecież mamy wpływ na siebie, ponieważ na przykład jak mówimy 1000 razy, że ktoś jest debil. Ktoś jest debilem, no tępym i także debil, 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 on debilem stanie w końcu. W końcu człowiek się stanie takim, ponieważ jest coś takiego jak siła słowa. A czemu i przydumane afirmacje? Dlatego istnieje teoria afirmacji. Поэтому мы и говорить должны. Я всегда учу своих клиентов, чтобы они каждое утро вставали, особенно те, кто недолюбливают себя. У нас часто себя не любят, любят всех. Но не себя. Арзу, например, учит часто своих клиентов, людей, которые пользуются ее услуг, учит, что треба каждодневно вставать, потому что любим, есть так, люди часто любим всех вокруг, але не себя. Так же Арзу говорит. Поэтому я говорю, встали перед зеркалом, прям бы нагишом. Неважно, толстый, худой ты какой, неважно. Треба встать перед люстром. Nawet nago, nieważne jaka jest osoba, gruba albo gruba, czy szczupła. Tak. Nieważne, ważne, żeby 40 raz, jeśli особенно u człowieka depresja, no nie takie. Szczególnie jeżeli człowiek jest w depresji, jeżeli człowiek nie lubi siebie, nie akceptuje siebie w pewnych momentach. Ja zawsze mówię, 40 dni. По 40 раз говорить себе в зеркало, я тебя люблю. Арзу я тебя люблю. Przez 40 дней
40 razy mówić do siebie w lustro: kocham cię, kocham cię, kocham cię. I tak 40 razy. Так 40 razy przez tak 40 дней. А вообще взять за правило потом, потом за правило, или если вы любите себя, да, ну считаете, что любите себя, все равно каждый день хотя бы 3 раза на голенького себя сказать: я люблю тебя, я люблю тебя. И треба взять яко за регулу себе, за засаду, навіть по тим 3 рази денне мовити до себе, що так кохам себе і через ціле життя. Uczyć się i właśnie utrzymywać tę miłość do siebie. Wy utrajujecie swoją tak dalej energię wtedy i przyciągujecie udaczę i fortunę. Wtedy człowiek przyciąga fortunę, przyciąga do siebie sukces i wtedy człowiek utrzymuje to na tym samym poziomie. No tak. Wiem, sprawdziłem, działa. Okay. Także bardzo cieszymy się, że jesteście w Polsce. Od jak dawna pracujecie tutaj w Polsce? Od kiedy? Вообще, на самом деле, я приехала в первый раз к, ну теперь подруга, а когда-то она ко мне как клиентка в Москву приехала, да? 3 года назад это произошло, и я уже здесь в Варшаве провела, получается, 3 курса. Po raz pierwszy Arzu przyjechała do swojej koleżanki, która wcześniej jako klientka przyjechała do niej w Moskwie. I to było 3 lata temu. I teraz już w Warszawie już miała ile kursów? 3 kursy. 3 kursy w Warszawie przeprowadziła. I 2 razy w год, 2 kursy w год я проводила в Познаню. I 2 kursy na rok przeprowadza w Poznaniu. Живу я сейчас и мешкаю в Познании, но нет, я мешкаю в Москве, но приезжаю сюда, бо я учусь польскому языку. Арзу мешка в Москве, приезжает часто до Познания, понимаешь, учусь языка польского. Потому что хочу знать родной язык по бабушке, да? Понимаешь, хочу научиться языка бабки, языка своей родины, то есть ее язык również. Потому что я очень полюбила Польшу, потому что Польша, я когда приехала, вот как будто я домой вернулась в состояние. Арзу bardzo полюбила Польшу и miała такие uczucia, jak przyjechała, że wróciła do domu. Вот такое состояние. Дому, у меня сейчас дочка тоже учится здесь. Цурка тоже обычно учится в Польше. Мы живем, ну, она в большей степени все время живет, а я приезжаю теперь до ней. Цурка, однако, и приезжаю по работе. Как бы, больше тут остается. Арзу приезжает, потому чтобы себя учить, чтобы работать, учить иных. Потому что я считаю, что раз моя здесь родня, то тем более я должна здесь дать свои какие-то знания. Ponieważ ona uważa, że tym bardziej, jeżeli jej rodzina stąd pochodzi, to ona musi tu być i musi pomagać. I oddawać swoje wiedzy. I dzielić się swoją wiedzą. Tak. Z krajem, z którego pochodzi jej korzenie. I ona sama.